Мало какие профессиональные праздники отмечаются в России как всенародные. День ВДВ, День военно-морского флота и День учителя. Для полноты картин не хватает только любимого с советских времен Дня сотрудников органов внутренних дел. Сегодня правоохранители, а вместе с ними вся страна отмечает 99-ю годовщину со дня создания в стране службы внутренних дел, которая, как известный строчек песни, и опасна, и трудна. Ульяновских стражей порядка чествовали в областном дворце книги. Особо отличившимся были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и ценные именные подарки. От имени главы области регионального правительства сотрудников правоохранительных органов поздравил исполняющий обязанности губернатора Александр Якунин. С детских пор мы помним замечательные строки Владимира Маяковского. Моя милиция меня бережет. И в трудную минуту за помощью обращаются именно к вам. Поскольку знаем, что в любых, даже в самых тяжелых условиях, вы обязательно придете на помощь. Днем и ночью, в зной и мороз, в будни и в праздники, терпеливо, честно и достойно вынесете свою нелегкую службу. Поздравить полицейских действительно есть чем. В области из года в год снижается криминогенная обстановка, а уровень преступности значительно ниже аналогичных показателей в ПФО и в целом по России. За 9 месяцев этого года расследовано более 6 тысяч преступлений. Поддерживают ульяновские полицейские правопорядок на территории других регионов. Более сотни правоохранителей несут службу на Северном Кавказе. Подполковник полиции Евгений Лотков участвовал в боевых действиях, в том числе в операциях по освобождению заложников. В службе я уже 13 лет, непрерывной работы. Работа поглощает и затягивает полностью целиком человека, всю его жизнь целиком. Если ты не веришь в те цели и задачи, которые перед тобой стоят, если ты не веришь в то, что нужно сделать, то тебе там не место служить, я так считаю. Свою награду за образцовое выполнение боевых заданий страж порядка получил из рук президента России накануне праздника. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.